Экс-депутата от радикальной партии Олега Ляшко вызвали в Бориспольскую прокуратуру из-за драки с депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом. Ляшко считает, что дело сфальсифицировано командой генпрокурора. Об этом бывший депутат написал на своей странице в Facebook, прикрепив фото повестки. «Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса. Обязательно приду, хотя дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки Бориспольскому райпрокурору», — написал Ляшко. Экс-депутат уверен, что власть фальсифицирует против него и его команды уголовные дела из-за борьбы с российской агрессией на энергорынке. Согласно документу, Ляшко планирует вручить подозрение как участнику уголовного производства. 6 ноября глава Комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и лидер радикальной партии Олег Ляшко устроили драку в аэропорту Борисполь. Андрей Герус написал в Facebook, что в аэропорту его ждал защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко. Указом президента Украины от 11 ноября Герус уволен с должности представителя президента в Кабинете министров, а на эту должность назначен Алексей Перевезенцев. Герус отверг версию, что его увольнение с должности представителя президента в Кабинете министров связано с дракой. Депутат связывает это с пропуском заседаний правительства. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.